В Выгонечском районе стартовал первый легкоатлетический пробег памяти героя Советского Союза Михаила Петровича Ромашина. Любители спорта почтили память партизан, погибших при подрыве знаменитого Голубого моста. В марте 43-го года брянские партизаны подорвали один из пролетов Голубого моста. В результате диверсии удалось существенно затруднить снабжение немецкой армии почти на месяц. Тогда командир партизанской бригады Михаил Ромашин получил благодарность командования Брянского фронта. Почтить память доблестных партизан пришли спортсмены. Уважаемые спортсмены, я вас всех сердечно приветствую и поздравляю с этим легкоатлетическим кроссом, который мы сегодня будем проводить, ну и, конечно же, с приближающимся самым великим, самым главным нашим праздником, днем великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Руководители области вместе с ветеранами возложили цветы к мемориалу погибшим партизанам. Вечная память тем, кто не пришел, и вечная слава всем, кто отстоял свободу своей земли. И сегодня каждый из вас, присутствующий здесь, является основателем новой традиции, которая установлена губернатором Брянской области Богомазом Александром Васильевичем в канун майских праздников. Областной легкоатлетический пробег будет проходить ежегодно в два этапа. Первый у Голубого моста, вторая группа стартует в Брянске. Завершаться легкоатлетический пробег, как и в этом году, будет на площади партизан. Владислав Боровский при содействии пресс-службы областного правительства.